всем привет! Расскажу немного, что входит у нас в комплектацию кораблика V2. Здесь корабль у нас с эхолотом Лайки. У нас входит зарядное устройство IMAX. Сам эхолот Лайки с дополнительным аккумулятором. Пульт FlySky 6. В данном случае с русской прошивкой, можно с украинской. Аккумулятор на 18 тысяч мАч. Сам корабль бункерный. Антенна эхолота. Передние фары, передние габариты, боковые габариты, задние габариты и задние две дополнительные фары. Трансовая плита. Сейчас мы его включим и покажу дальше. Ставили аккумулятор. Включаем наш пульт. Такая заставочка. Включаем подсветочку. И включаем кораблик. Что мы видим на пульте? Сигнал с кораблем, вольтаж батареи пульта, вольтаж аккумулятора, скорость, будет показывать глубину, если будет глубиномер, количество спутников, номер водоема, точки, дистанция к точке и выбранный режим на пульту. Значит, по габаритам. Вот наши габаритики. Кнопочка с подсветкой. Зацеп снасти. Задние габариты. Можем включить задние фары. Очень яркие, в туман, на дальних дистанциях. Будет хорошо видно. Также включим передние фары. Тоже очень яркие. Большой бункер. Большого объема. Пульт полностью влазит. Покажу угол открытия бункера. Очень хорошо открывается. Будет все выпадать. Опять же зацеп снасти. Подключение антенны. Крышка у нас на петле с двумя баранчиками. Удобно все открывается, доступ, установлен эхолот, батарея, транзисторный ключ, двигатель на раме с нержавейки. Это у нас отверстие для добавления смазки в дейвод. Как он у нас работает? Это вибрации. Очень хорошо работает. Сейчас покажу снизу, как установлена защита винта и датчик холода. Организовано у нас днище, защита с нержавейки, руль, датчик холода. Ничего не торчит, то есть все будет хорошо проходить. Корабль полностью склеен герметично, никаких шурупов.